Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание номер 15. Проведем прямые, которые пересекаются. Точка пересечения прямых становится вершиной четырех неразвернутых углов. Первый угол, второй угол, третий угол и четвертый угол. Ответ. При пересечении двух прямых образуется четыре неразвернутых угла. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.